Солигорском государственном колледже вступительная кампания в самом разгаре, и уже можно составить рейтинг востребованных у абитуриентов профессий. Традиционно пользуется спросом специальность электрослесарь, слесарь, дежурный и по ремонту оборудования 4-го разряда, электрогазосварщик 3-го разряда. На сегодняшнее утро уже подано 44 заявления, при плановом приеме 26 человек. Пользуется спросом и профессия токарь 4-го разряда, фрезеровщик 3-го разряда, 31 заявление, и электрогазосварщика 3-го разряда и слесаря-ремонтника 4-го разряда, 30 заявлений. Всего на основе общего базового образования на все специальности профессионально-технического отделения планируется принять 208 человек. Заявлений на сегодняшнее утро подано 161. Популярными специальностями педагогического отделения среди абитуриентов с общим базовым образованием стали дошкольное образование, творческая деятельность и физическая культура, физкультурно-оздоровительная работа. Вступительная кампания начала работу 15 июля. Скажем, за эти дни достаточно активно проходит вступительная кампания. В пятницу у нас был очень активный наплыв. Мы приняли 46 абитуриентов по различным специальностям на уровне среднего специального образования. Прием документов на уровне общего базового образования по 31 июля включительно, на уровне общего среднего образования по 6 августа, на платной основе по 14 августа. Последний день зачисления 16 августа. Информацию о ходе приема документов можно получить на сайте учреждения образования Солигорский государственный колледж. Список обновляется 3 раза в день.